Добрый день, меня зовут Владимир Лимаков. Я один из основателей коттеджного поселка Ривьера Виллас. В прошлом году нам исполнилось 10 лет, и мы потратили год для того, чтобы переосмыслить, что у нас получилось, и сформировать видение, каким мы хотим быть в следующие 10 лет. И сегодня я рад сообщить, что Ривьера Виллас становится частью гораздо большего проекта Ривьера Вилледж. В городе гиперактивная жизнь, супердинамичная, но если ты все время остаешься в городе, это все равно, что ты ночуешь в офисе. Из города нужно уехать для того, чтобы перезагрузиться, для того, чтобы откуда-то взять силы, для того, чтобы пополнить свой запас энергии. Результатом нашей работы является не просто обновленный стиль, но это список из более чем 100 инноваций, которые будут внедрены в генплан, которые станут реальностью в течение ближайших 10 лет. Я надеюсь, что наша амбициозная цель — создать лучшее место для жизни под Киевом — станет реальностью очень скоро. А вы станете частью Ривьера Вилледж. Добро пожаловать!